так, вот такие вот упражнения немножко легкие. Один сверх, один сторону, один вверх. Ножки развернули и через живот, то есть мы надо развернуться в обратную сторону. Вот так, так и развернулись. И еще сюда и сюда. Значит, джуно карта 3 урока, 5 упражнений карта. То есть всего 15 упражнений. Сейчас что сделаем? Подготовительные упражнения. Сейчас без партнерства поделаем. Значит, мы встанем, рука, и мы визуально три точки выставляем. Значит, это точка паха, солнечного сплетения и головы. И рука у нас идет, мы делаем раз, два, три, и развернулись, руки вот так чуть прогнулись. И в исходное положение. И в другую сторону. Немножко себя, да, пригибаем. Так как дзюно-карты – это гимнастический эффект, да, ну, как бы оздоравливаться, да, то есть мы для этого должны немножко пригибаться, ну, так, подводящий, как бы разминочный, впрочем. Еще раз, да, раз, ноги, да, мы подошли, так, два, это солнечное сплетение, три, голова, разворачиваемся, ручки сюда и прогнулись. Хорошо, это можно в обратную сторону, да? Пах, солнечное сплетение, голова, развернулись и прогнулись. И еще, когда мы делаем, то есть мы стараемся протянуть свое тело. То есть оно не расслаблено вот так. Оно здесь напрягаем, таким образом мы как бы эффект тренировочный, да? Раз, два, как можно. Вот такое упражнение тоже подводящее сделаем. Руки таким образом у нас стоят. Ну, можно, в принципе, на одном уровне сделать. Можно так вот. Но главное сейчас с ногами. Раз. Такой. Ступня обязательно, вот смотрите, мы вот на эту ногу приседаем. И такое растягивание идет здесь. Чуть растягивать в одну сторону. А ладонь вот так у нас смотрит? Нет, ладони вот сейчас на ладони не обращаем внимания. Сейчас главное вот, ну, желательно вот в эту сторону развернуться. Дзюно-ката, оно такое, ну, тягучее, плавное, и чтобы у нас не было никаких травм в растяжении. Теперь мы сделаем такое же упражнение, но только добавим разворот. Смотрите, да? Вот сюда. Раз. Вот нога сюда подошла. И сюда и развернулись. Это нога и с рукой. Эта нога становится на место той ноги, где стояла. И вот мы развернулись, опять прогнулись. Да. Хорошо, теперь в другую сторону, да, правая рука уходит. Так. На пятку не поднимайтесь. Подошли. На место. Поставили левую ногу и в исходное положение. Ну, теперь мы сделаем. Значит, упражнение для того, кто будет делать защиту и последующее. Вот то, что мы сейчас сделали, это были упражнения для атакующего и в то же время для защищающегося. Ну и, а сейчас мы сделаем только для защищающего. Значит, принцип такой. У нас рука вот сюда уходит
И мы разворачиваем корпус. Раз. И вытягиваемся вот так же. Вот. То есть одна рука на уровне паха, другая наверх. Держусь на место. И опять. Ладонь может вот так. То есть мы как будто бы отмахиваем, да, от себя. И в этот момент мы, соответственно, разворачиваемся и вытянулись. Я буду сейчас сюда положить. Я могу вот так сейчас развернуться. Рука. Ручки вытянули и чуть поднялись. Ага. Что мне нужно? Рука. Поднялись. Так, ну расстояние 2 метра для того, чтобы мы удобно 3 шага рассчитать. Это в среднем по 7 сантиметров. Как раз третий шаг будет чуть-чуть выходить за пределы. Вот смотрите, атакующий, да, он делает. То есть я показываю бах. Это самые опасные точки, да, для человека. Солнечное сплетение. И голова. Видите, третий шаг, по идее, я уже, вот он, протыкающий. То есть вот так мне надо рассчитать свои шаги. Бах. Солнечное сплетение и голова. Вот когда я подхожу уже к вам, да, я хочу подумать, вы делаете то упражнение, которое мы последнее сделали. Убираете руку в мою сторону. Сейчас я покажу. То есть вы сейчас попробуйте протыкающее упражнение сделать. Так, сейчас пауза маленькая. Делаем право на право. То есть если правой рукой атакуют, я правой начинаю защищаться. Левой рукой атакуют, я левой буду защищаться. Значит, вот видите, вы чуть-чуть не рассчитали шаги. В этом случае я не буду ничего предпринимать, потому что как бы оружие не дошло до меня. Поэтому давайте чуть-чуть немножко мы увеличим шаг. Чтобы все-таки этот третий шаг, он как бы ладонь попыталась меня проколоть насквозь. Да. Вот, видите, третий шаг, ладонь обязательно проколет. И вот когда у вас идет третий шаг, я не сразу вот здесь руку начинаю убирать, потому что тогда вы остановитесь, не будете прокалывать. А я даю уверенность в том, что вы проколоте, чуть-чуть вот начинаю отклоняться, в этот момент вы начинаете больше сюда, вот, и здесь я вот туда перехватываю и начинаю вытягивать вас в ту сторону. Вы, соответственно, приставным шагом передвигаетесь вот сюда. Раз, и еще полностью. Здесь я перехватываю руку и делаю небольшое такое изгибание назад. Это пока первая часть, которая. Шаг вы только один делаете. Excellent. Ага, все понял. Ага. Когда вы решили уже там? Ну, мы до вас тоже звонили, после вас звонили. Я хочу вот так посмотреть, кто, ну, как, во-первых, понравится, понравится, и сам сделал вывод, если что, с кем хотелось бы, как бы, уже, ну, конкретно уже бы позвонить. Вы когда подарите? Ну-ка, немножко теперь понятнее стало, да? Почему сейчас мы все это не останавливаем, да, больше супруга, да, мы переходим быстренько сюда.
обратил внимание. Читайте. То есть, смотрите. Раз. Два. Три. Первый круг провал делаем. Второй мы потянули. И эту ногу на место поменяли. То есть мы встали полностью. Вот вместе с ним. Получается, вот, я спрятал вас. И в тот момент, когда он только начинает сюда уходить, вы эту руку ставите сюда. Поднимаете на плечо большой палец, где лопатка. Приходите назад. Заводя вот эту руку назад. Назад, да? Да. На плечо немножко. Разворота, то есть вот защиты со смыслом последующей атаки. То есть вы разворачиваетесь вот сюда, вот. Да. Нет, только вы не так пытались, подождите. Это не то произошло. Не так, наверное, взяли заход. Ну давайте заново, поэтому надо заново начать, чтобы понять, что это. Так, хорошо. Давайте начнем второе упражнение. Второе упражнение – это толкание в пропасть. Значит, выглядит таким образом. Представляем, что здесь, ну, как линия, пропасть. И мы пытаемся... Вы знакомы? Давно. Ага. Лет 15 уже. Вот. Плечо толкаем. Соответственно, если там пропасть, и он будет сопротивляться, то толкну, он пойдет в пропасть. Да? И с этой стороны, и с этой стороны. Толкаем лопатку. Да. Да, лопатку. Да. Плечом. Лопатку. Значит, вот у меня там вместо ничего так прям зло. Что я делаю? Я наклоняюсь и ухожу. У него рука проскальзывает и перехватывает. За пальцем? Да. Но перехватываю вот здесь, смотрите. Завожу руку назад. Вот такой. Только аккуратней, у кого кисти не очень размяты, лапы. Да.
Да? Хорошо. Четыре. И под это получился данный путь. Где его туда? Не знаю. У нас рука, во-первых, вот, вот так вот, вот пальцы. Где? Нет, не вот так. Я толкаю, у меня вот я показываю руку, у меня проскальзывает. И вот здесь вот тогда он перехватит ответ. Здесь вот такой гнат. Да, да. Я начинаю толкать, он опускается, у меня проскальзывает рука. То есть, вот так, пальцы, да? Вот. Вот. И вы, кстати, смотрите, он вас растолкнул, вы что-то прибить. А вторая попытка его толкнуть вас, вы вот здесь вот как раз мягко. Вот. Ага. И уходим назад. Вот так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. И снимаем. О, да. Освобождение от захвата.
наша задача освободиться от захвата, то есть защита и атака. Хватили за руки. Мы делаем движение. Раз. Вместе с шагом ноги. Раз. Два. Три. Для оздоравливающего эффекта он делает следующую упражнение. Раз. Вот. И чуть потянул, вот я уже все вывел за навесик. Прижимаешь. Да. Присел. Смотрите, мое действие. Мое действие. Я работаю для того, чтобы у меня тело мое тренировалось уже. Прихватываю левую руку в поясе. Здесь просто беру вот так за полку, чтобы себя как держать. Вот. И он когда начинает делать, смотри. Да, отлично. И хлопнул. Вот. Вот, все, вы просто вот под локоть его присели, и вот сюда, и да. Аккуратно. Нет, не плавно. Тяжело, да? Ну, хорошо. Смотрите, еще. Здесь, когда вы шаг выше, сразу не перехватывает, чтобы он же руку не утащил. Похож. Только теперь вся техника стоит вот с такого положения, когда сзади к вам подходит и пытаются развернуть за плечи. Вот такой принцип. Или в левую, или в правую сторону назад. Или сюда, или сюда. Значит, я что делаю? Так. Рука. Сразу. Блокирует, защищает голову, и я начинаю раз, разворачиваюсь, два, три, перехватываю руку и следующее вращение, раз, два, три, это полностью называется, и идет такой же подъем. Нога. О, ну конечно, да. Стоп, стоп, не, это конец другого. Вот. Ты берешь, да. И вот пошла я попробую. И такая же позиция у вас. На плечо. Вот. Он здесь фиксируется. Вот. Вот. Браво. Аккуратно. Хорошо. Пятое упражнение.
Это тоже прокалывание, но только прокалывание, когда мы ногу ставим. Как первое упражнение. Я иду, только сразу стараюсь руку. Раз, два, и вот сюда. Проколоть и толкаю его вот сюда в голову. Понятно? Правой рукой делают, я правой рукой буду защищаться. На третий шаг, ну ладно, на второй, Смотрите, вот третий шаг. Я опять даю ему уверенность в том, что он все-таки меня будет прокалывать. Каким? Он идет, и я оп, разворачиваю. Надо, да? Не, ну лучше не так, я голову разворачиваю, он и здесь вот я ловлю его. Разворачиваюсь. Вот такое действие. То есть мы уходим сюда вот. И он, конечно же, опять идет атаковать сравнение для вы. Вот. И вы даете ему опять уверенность в том, что он все-таки хочет, отходите, он дальше. Вот, оп. Но только блокировка будет немножко другая. Разворачивайтесь и руки вот сюда. Не так, как первый, вот так. А вот сюда. Ушко. Право направо. Ага. И сюда. Не-не-не-не-не-не, хоть куча. Он же шел туда, и туда же протягиваем. Оп. И он пойдет опять туда, на тебя идет. Ты уверен. Оп. И сюда ушко. А, оп. Все. Вот так. Не шагаем к нему. Отошли. А, натянули. Да, мы его сюда. Так, что у нас происходит? Голову становимся. Атакуем. Не. Наружу руку. Продолжение туда. Оп. Мы уже пошли отсюда снизу. Оп, вперед на тебя. Оп, и пошли сюда. И ушки не спрятали. И он ногой. Да я не могу, падут. Ну то смотри. Оп, мои. Все пять. Самостоятельно. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Помните первый? Нет, конечно. Нет? Ну будем вспоминать. Я его-то помню. Ну давайте попробуйте. Первое. Вот этот палец лучше так не держать. Вот так. Надо, знаете, сразу ломается. Лучше прижать. Вот так говорю. Не-не-не, прижать. Вот, цепь. И желательно, ну, то есть не надо мимо. Мимо я не буду. Вот желательно на него прямо идти. Вот я. Плюс пошел разворот. Раз и перехват. Круг. И разворачиваюсь. Теперь. Не надо меня отпускать. Сделал? Нет. Развернулся. Это первое. Второе. Толкание в спину. Это уже, наверное, напоминает. Второе толкание в пропасть. Третье. Захват за руки. Да. Четвертое. Разворот за плечи. И пятое. Прокалывание. Так, только делаем. Вот это. Ну, тот, кто не тот, кто сделал. Да? Попробуйте все забыли. Стаканчик. Нужно. Звоночек. Слушай. Слушай. Да. Нет. Я.
я пытаюсь. Ну, тихо, да, слышите. Может, конечно, и так.
Ну, то есть уверен, что ты должен стоять четко. Сегодня на раскладке. Ты же не видел этого? Далеко не уходить, конечно. Вот здесь прям разворачивайся.